кто же мог знать, что с бревнами выйдет такая задержка? А в чем дело? Случилось что? Телега в дороге развалилась. А ну, мужики, снимаем окраску. Мост драться сама. Обязательно вместе. Веревки-то короткие. Вот незадача. Ай-яй-яй, понял вам. Тинтемитфель. Узнайте, что там произошло. Позвать его сюда! Мигом! Дефестов, Фир, я не тебя виноват. Для чего в Россию выписали? Так у нас уж полвека не казнят, а ты, шведские твои мозги, куда глядел? Придется обождать, ваше высокопревосходительство. Мужик, ошибка. Столбы, копай не глубоко. А ну, скамьи сюда, живо! Бедная империя. И повесить-то как следует не умеют. Коменданты, их сиятельству! Павлу Пестелю, Кондратью Рылееву, Сергею Муравьеву, апостолу Михаилу Бестужеву, Рюмину и Петру Каховскому приговором суда определенной сих преступников за тяжкое злодеяние повесить! Нынче, нынче который день? Господи, примират! Прости им всякое прегрешение и всели, Господи, в обители Твоя. Господи, прими. Дайте руку. Твоих. Послушайте, бьется ли оно сильнее? Отдайте мне моего мужа! Оставьте мне моего мужа! Не губите его! Не губите! Настенька, проси отца! Проси отца, Настенька! За себя и за меня проси! Господь Иисус Христос, Бог наш, иже божественной заповеди своим ученикам и апостолам давы, во еже лизати и лежати парши. Приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя. Его желание исполнилось. Мы умираем в мучениях. Вешайте их скорее! Вешайте снова! Веревки никуда не годятся. Нет крепкой веревки. Надо в лавку послать. Умираем в мучениях. Но я счастлив, что дважды умираю за отечество. На Руси сорвавшиеся миловали. Не послать ли государю? Вешайте, вешайте.